Полиция задержала мужчину, который рано утром в субботу захватил, угрожая ножницами, сотрудницу гетеборгского аэропорта Ландветер. Об этом сообщает шведская газета «Экспрессен» со ссылкой на данные полиции. По словам очевидцев, приблизительно в 07:30 МСК-20-летний мужчина неожиданно зашел за стойку справочной и вытащил оттуда работавшую там женщину. Он потащил ее к парковке, схватив за горло, и кричал, сказал газете один из свидетелей произошедшего. Сообщается, что полиция прибыла на место быстро и попыталась заговорить с мужчиной, но смогла в итоге задержать его, воспользовавшись перцовым аэрозолем. Каких-либо подробностей о мужчине и его мотиве пока не сообщается.